Сили оборони України прориваються на Курському напрямку. Сьогодні 13 вересня. Пане Романе, на кадрах зараз ми бачили, як наші воїни нищать мінувальну машину земледілі. Що це є за машина і наскільки вона є серйозною? Это установка дистанционного минирования. Раз они там появились, значит, можно на 100% говорить, что россияне начали минировать российскую территорию, Российскую Федерацию. А это хорошо, потому что эти мины потом они будут выковыривать десятки лет, находить, и это одна из наших задач была при заходе на российскую территорию. Создать определенную зону безопасности только за счет российской земли, а не за счет украинской земли. И вот то, что сейчас происходит на Курском направлении, это как раз вот это создание зоны безопасности. Причем, помимо того, что россияне минируют, ну, пытаются, по крайней мере, мы некоторые установки их уничтожаем, как на этих кадрах, эпическое видео такое. Но они минируют свою территорию, они уничтожают свои деревни, они уничтожают свою инфраструктуру. Если бы мы это начали делать, то нам бы по рукам бы настучали сразу великие международные дяденьки. А так, получается, россияне, пытаясь куда-то наступать, контрнаступать, как-то двигаться, в ноль срывают российскую территорию. То есть для нас создается зона безопасности, ну, пока на глубину где-то километров 25-30. Реально, конечно, ее создавать на глубину 70-80 километров, но это где-то до Курска или, допустим, до Белгорода, там, в сторону Брянска, ну, если в зависимости от общей длины границы. И там дальше потом на юг, в сторону Воронежа и Ростова. А вот здесь, на этой территории сейчас проводятся боевые действия, причем россияне практически как по писанному, спрогнозированному нашими военачальниками плану начинают двигаться. Движение сейчас россиян, допустим, в сторону Снягости, оно вызвало, естественно, нашу реакцию, то есть мы ждали, пока это все будет. Мы как-то проговаривали эти вопросы. Там невозможно, на этом участке невозможно подвести, собраться, двинуться без того, чтобы разведка это все не отследила. Как только россияне начали движение в сторону востока, то есть пытаются как-то выдавить наши войска из района Снягости, здесь с запада «Добрый вечер, мы из Украины», как це кажуть. С нашей территории наши войска начали двигаться в сторону Сейма, на отсечение Теткина, на рассечение группировки. И эти действия сейчас происходят. Опять же, все боевые действия, уничтожение противника, уничтожение его укрепрайонов или там тех поселений, которые они используют как укрепрайонов, все это идет на российской территории. То есть зачищается боевыми действиями, фронтально зачищается российская территория под создание в будущем зони безопасности. Правильные действия. Пане Романе, власне, є кадри, як наші хлопці та дівчата працюють хаймерсами і б'ють по скупченню ворога. Я так бачу, це з кадрів, очевидно, понтонна якась переправа, і це в районі річки Сейм. От ви кажете, до речі, ви згадуєте про те, що наші сили оборони контрнаступають. От Володимир Зеленський вчора казав, що ЗСУ чекали на контрнаступальні дії окупантів, і власне зараз є просування вже по населених пунктах. Якщо говорити, це Новий Путь і в напрямку Веселе. Я так розумію, що розсікають між, от як ви згадали, Тьоткіна і Глушкове, це угрупування, яке було оточення на березі Сейму. Тепер воно просто буде розрізане і ліквідоване меншими кусочками, так би мовити. Ведение маневренных боев, оно подразумевает движение войск в одну и в другую сторону. Основная задача которой не захват территорий, мы ж не россияне, нам чужие территории не надо. Основная задача которых уничтожение противника, и чем больше противник будет пытаться где-то наступать, переправляться через Сейм, двигаться где-то, скупчиваться в определенное количество сил, средств, легче его будет уничтожить. И вот эту основную задачу уничтожения противника выполняют наши войска в режиме маневренных боев. И то, что мы сейчас видим, это уже такой второй уровень профессионального мастерства нашего, причем и планирования в том числе. У нас просто проще задача, чем у россиян. У россиян задача захватить территории, попытаться их удержать, попытаться потом склонить мировое сообщество
украинское общество для того, чтобы мы отдали эти территории или там разрешили остаться российским войскам. У нас другая задача, она очень простая. Уничтожение противника, уничтожение в ноль, там, где только возможно, а дальше создание таких ситуаций, где можно на каком-то участке фронта, на какой-то площадке уничтожить их больше. Вот этим вопросом занимаются сейчас наши ребята на Курчине. Плюс еще одна задача, которую сейчас уже я ее уже обозначил, это создание зоны безопасности. Mm-hmm. Лучше бы там, чтобы никто не жил, никого там не было, то есть на глубину километров 50. И вот этой зачисткой от будущих поселений занимаются как раз российские войска. Они сами себя зачищают. Причем никакая общественная, вернее, никакая мировая организация им же ничего не предъявит. То есть российские войска уничтожают российские деревни, вернее, российские деревни, российские поселки, города. Ну так они что хотят, хозяин-барин называется, на своей территории что хотят, то и делают. Главное им создать эти условия. Вот наш заход на Курчину создал такие условия, чтобы россияне зачистили уже для нас на российской территории несколько десятков километров площади. Пане Романе, якщо от, власне, дивитися по карті, що ми промалювали, червона стрілочка от перша, от в цьому напрямку, є кадри, як працює наша техніка і пробиває так звані зуби дракона. Чи це може означати, власне, що це буде такий вагомий і суттєвий захід з важкою технікою і усім необхідним, аби закріпитися на цьому напрямку? Ну, если честно, зубы дракона – это такой, исходя из задачи военной, по крайней мере, и фортификационной в том числе, особенно когда они просто стоят, как вот здесь, порастыканные сверху, наброшенные на поля. Они ничего, никого не удержат. Техника, которая выполняет эту задачу, инженерная техника, их вскрывает, делает проход, и ничего там нечего этому противопоставить. Потому это такое хорошее списание денежных потоков, рассовывание по карманам. В основном деньги, которые списывались на производство этих зубов дракона, они шли и рассовывались по карманам российских губернаторов. Потому что железобетонные заводы, они же в основном принадлежат власти. Потому сами себе заплатили, а потом побросали по полям. Толку с этих зубов дракона абсолютно никаких нет, кроме фотографий и смет под списание денег. Это, кстати, и нас тоже касается. Вопрос, эти зубы дракона, они могут останавливать противника, только если там проведены определенные фортификационные мероприятия с участием, то есть зубов дракона. Это надо рвы оборудовать. То есть это целый процесс. Причем зубы должны быть зарыты в землю там на глубину где-то метра полтора, для того, чтобы вот инженерная техника не могла их выковырять. То есть это нереально то, что россияне вот это набросали. Это просто так, на показуху, не более того. Но для нас это нормально. То есть они, во-первых, списали деньги, уменьшили мощность российской экономики. Во-вторых, создали обманчивое чувство безопасности по некоторым направлениям, а мы их очень быстро вскрываем. Ну, это долго просто длиться не будет. Я думаю, вот они просто похоронят на полях эти зубы дракона, а дальше будут возить их, может быть, продадут Лукашенко. Он там тоже собирается что-то с зубов дракона сотворить. Это. А реально, конечно, их оптимально использовать в качестве каких-то волноломов, то есть сбрасывать в портах для того, чтобы... Ну, это уже на потом, я имею в виду, после того, как будем расчищать все это пространство, их потом использовать просто под волнорезы, перебрасывая в порты. Пане Романе, це вже виглядає як знущання і насмішки над Україною, але вкотре заявили наші партнери про удари їхньою зброєю вглиб російської території. Девід Лемі і Ентоні Блінкен приїздили до Києва, і тепер от видання «Таймс» каже, що США дадуть добро на те, аби використовувати ракети Storm Shadow по території Російської Федерації, а от АТАКМС вони не дозволять, тому що це буде ескалація конфлікту. А коли я говорю, що це білодомовські сопліжує, так я напряму, так сказати, предметно це завжди говорю. Чому сопліжує? Вони ту соплю своїх атакамсів жують уже кілька місяців. Уже були проглотили її або виплюнули в кінці кінців. А вот это пережевывание одного и того же из пустого в порожнее,
Но на него просто уже не надо обращать внимание. Одно дело со своими атакамсами носятся, как дурень со ступой. То есть дадим, не дадим, разрешим, не разрешим. Держат в информационном потоке и больше ничего. Держатся, вернее, в информационном потоке. Причем, самое интересное, основная все-таки причина – это там никакая не эскалация, это те договоренности, которые в свое время были достигнуты Байденом и байденятами его с Путиным. О том, что не будут применять американское оружие. Даже там вообще были договоренности, насколько я понимаю, не дадут возможности заходить на российскую территорию, типа, чтобы не эскалировать конфликт. За осколом воюете, а до оскола вроде как не должно быть. Почему Путин, в принципе, и не готов был к заходу наших войск на Курчину, на Брянщину, на Белгородчину. И до сих пор, кстати, так они и не готовы. Они пытаются додавить через американцев, додавить наше военное руководство, чтобы мы больше не заходили на российскую территорию, а еще и вышли с Курчины. Давление это однозначно идет. Единственное, что уже можно посылать по курсу русского корабля эту уходящую байденовскую команду. Скорее всего, так на наши войска, по крайней мере, военные, так, это точно так, так и делают. Но они пытаются как-то поучаствовать в принятии решений. Даже если, когда несколько месяцев назад британцы подтвердили, причем не один премьер, и один, и старый премьер, и новый премьер-министр подтвердили разрешение работать Storm Shadow и скалпами по российской территории, тут же вмешались американцы и остановили это движение, так как ракеты используют американские спутники для наведения. Естественно, они как-то участвуют в этом процессе, остановили. Почему? Потому что россияне начали дергать их за вот эти договоренности. Чем они там им подмазали, это уже другой вопрос, но это уже явно видно. Они уже хоть бы не позорились бы и не позорились на в общем информационном потоке, но с них уже начинают ржать все в мире, то есть, ну, клоуны какие-то. Вот уже Байден с этими байденатами, его клоуны просто, особенно в решении этого вопроса. И причем самое интересное, каждую неделю он его поднимает, опускает, поднимает, опускает. Ну, клоунизм, клоунада в чистом виде. А британцы тут, конечно, они никогда не съезжали со своих обещаний, если на сленге. То есть они прекрасно знают как наши возможности, наши потребности. Они готовы работать этими Storm Shadow по российской территории, были готовы. А тем более Британия, британская корона, она вместе с нами, наверное, можно сказать, во главе всей этой пирамиды, которая пытается развалить Российскую Федерацию. И для Украины, и для Британии по разным причинам, но цель одна. Развал России он принесет очень много положительных моментов для развития государств, для безопасности. Потому британцы, конечно, британская корона нас будет поддерживать всегда. Вопрос в завязке на американцев. Вот этот вопрос большой, через навигацию. Потому нам надо уже сейчас понимать, что впереди, если мы будем строить наши дальние средства поражения, они, если будут завязаны на американские спутники, на американскую GPS-навигацию. А для чего GPS надо? Для высокоточных выполнение высокоточных ударов. Так вот, не надо их тогда. Тогда надо лучше увеличивать, то есть производить ракеты, беспилотники, которые будут лететь на других средствах направления, то есть которые будут выполнять этот полет с привязкой к местности, инерциальные системы разные. Пусть не будет кругового вариатного отклонения, там 1-2 метра, пусть это будет 100-200 метров, но тогда просто увеличить боезапас, который покроет эти 100-200 метров. То есть надо сразу уходить от тех проблем, которые могут принести вот такие партнеры. И Байден, не Байден, кто его знает, кто там после Байдена придет, скорее всего, что-то получше придет. Но в смысле в том, что нельзя себя сразу, свои потребности закладывать на чьи-то возможности. То есть это изначально стартово, надо сразу уходить. Ну а европейцам надо тоже понимать, то все их вооружение, которое они произвели, если это все завязано на американские спутники, по большому счету это просто груда железа. И если россияне пролезут в голову не Байдена, а следующего президента, они могут это сделать, то эта груда железа так в Европе и останется. Она просто не сможет летать, не сможет выполнять боевые задачи. Им тоже надо уходить. Либо вешать свои спутники и привязываться к своей системе позиционирования, либо полностью уходить от этой темы, понимая, что
Белый дом держит за ниточки через систему позиционирования. Та же, кстати, проблема и в привлечении израильских корпораций, израильских предприятий для модификации или усовершенствования какой-то военной техники. Да и не только военной. Они так же само могут в любой момент остановить это движение или не дать возможности передать, вот как нам израильтяне не дали возможности самолеты передавать в 22-м году польские с их авионикой усовершенствованной и так далее и тому подобное. В Европе надо решать вопросы внутри Европы. Европейская безопасность, она касается только Европы. Все остальные рядом постояли, только зарабатывают на каких-то темах или, по крайней мере, пытаются как-то поуправлять. И здесь та же самая картина. То есть Байден, это называется, если так чуть на сленге, простят меня слушатели, политическая. Вот то, что занимается Байден, это политическая, которая уже достала всех и вся с этими, тем более с этими дальними средствами поражения. Ну, даст Бог, британцы продавят этот вопрос, и мы в конце концов сможем работать крылатыми ракетами по российской территории. Только сейчас уже работать будет не по чем. Байден дал возможность россиянам убрать самолеты за дальность поражения в 250-300 километров. То есть сейчас мы уже не сможем уничтожить российские самолеты, которые сбрасывают КАБы на Харьков, на трансграничные площадки. Пане Романе, попівнює інформація. Андрющенко, радник мера Маріуполя, показав кадри, що б'ють по півдню наші сили. Це в районі Портовське, Рибацьке, Мелекіне. Це на березі Маріуполя. Я так бачу, що пропрацьовуємо ми і південний Азовське узбережжя, південний напрямок. Ну, якщо смотреть по маршруту польотів будущих ракет, допустим, или безпілотників, то это как раз попытка зачистить этот маршрут от систем ПВО противника. Общее направление, то есть уничтожение идет в треугольнике под Мариуполем, общее направление в сторону Тамани. То есть в треугольник Керчь, Ростов, Новороссийск. Вот где-то примерно так. Начинается, естественно, подготовка к маршрутизации паралета ракет или самолетов после того, как после Керчь, Ростов, Новороссийск. Вот где-то так. То есть вот этот проход Ростов чуть восточнее. Вот сюда. То есть в основном на Тамань и в сторону Ростовской области, на Кубань, ну и Новороссийск в том числе. Потому не исключаю возможности, что это подготовка как раз к определенным действиям по потом работе уже по Керченскому мосту, по Новороссийскому терминалу, по порту Кавказ, по таманским военным объектам, которые там расположены, по ростовским в том числе. Им мешает, потому что несколько раз уже были заходы наших ракет, мешает как раз вот эта группировка, которая расположена, ПВО, группировка ПВО, которая расположена в районе Мариуполя. Вот зачистка была сегодняшней ночью довольно-таки серьезная. Были удары по всем разведанным целям, до сих пор детонируют, а это значит попали либо в загрузочные машины, либо склады ракет. Ну, однозначно были уничтожены сами зенитно-ракетные комплексы. То есть в ближайшее время, еще раз повторюсь, не исключая возможности удара наших средств поражения разного уровня, может быть баллистическая, может быть крылатые ракеты, может быть беспилотники по этому направлению. Пане Романе, в нашому інформаційному полі якось ця новина пройшла повз, доки самі росіяни не показали кадри. Виявляється, що 23 серпня ми з Тарханкут, це ж, до речі, вже не вперше, наші сили оборони знову ж таки вразили зенітно-ракетний комплекс росіян С-400 та пускову установку, і навіть кажуть, що там ракета «Нептун» радар також ще знищила. Ну, кадри потужні. Удар мы обозначали тогда, то есть то, что были нанесены удары. Просто не было у нас подтверждения. Не Главное управление разведки, но это отдельная стоящая часть, там довольно-таки сложно подтвердить поражение. Если пока россияне сами, допустим, не выложат где-то в каких-то своих пабликах, идет срисовывание в том числе информационного потока с российских пабликов, вот только сейчас появилось подтверждение 100%. Без него, естественно, никто не говорил о том, что поражена
цель. То есть была попытка поражения, мы тогда про нее проговаривали. А то, что она поражена, ну вот можно сейчас говорить о том, что наши ВМС, потому что «Нептун» это ракета берегового ракетного комплекса БРК «Нептун», они подчиняются военно-морским силам. Пане Романе, якщо говорити про східний напрямок, то наші сили оборони поставили новий рекорд. 46-та аеромобільна бригада продемонструвала відео, як вчора росіяни вранці 12 вересня спробували 4 такими хвилями атакувати наші позиції на східному напрямку в районі Курахова. Застосували 46 одиниць техніки. Там і БТР, і БМП, і чого там тільки не було. Наші сили оборони, 46-та бригада, знищила більше 20 іншу техніку пошкодила. І росіяни абсолютно нічого не досягли, втративши рекордну кількість техніки за одні наступальні дії. Последнее время примерно 2/3 всех российских наступательных атак, операций проводятся именно на Кураховском направлении. А вот за последние сутки так и 3/4, 75% где-то атак именно на Кураховском направлении. И не пытаются выйти на Курахово, замкнуть. Там 2 котла намечается, оперативное окружение чуть-чуть западнее. Вот хорошо сейчас видно, чуть западнее. Юго-западнее Донецка, северо-восточнее Курахова. И вот россияне с 3 сторон пытаются выйти на Курахово. Попытки идут с полным применением всех средств поражения, которые у них есть, включая уже и технику. Техника используется не 10-20, как это было раньше, то есть штурмовую группу поддерживали, в основном ротами они заходят, пытаются заходить. Максимум там 10-15, может быть 20 коробочек, а сейчас идут до полусотни. А до полусотни коробочек пытаются пробить, продавить это направление. Во-первых, взять наших ребят в окружение. Во-вторых, выйти на и перерезать нити снабжения Кураховского гарнизона. Противодействие наших войск, оно ослаблено разными причинами. Недостатком личного состава, средств поражения и тем, что мы уже здесь находимся в таком в мешке практически, это уже понятно, россияне, выйдя на Покровск, перевели в режим оперативного окружения практически весь Угледарско-Кураховский гарнизон. Потому очень сложно это направление, если не принято будет решение о постановке в строй, в очень быстрое время постановке в строй ТЦКшников, Нацгвардии в полном составе пограничников, в полном составе, по крайней мере, там хотя бы 30% Нацгвардии. Это уже, в принципе, делается, но вот туда, на это направление надо увеличивать. И количество личного состава, и техники, которая будет противостоять россиянам. Иначе мы потеряем Угледар, мы потеряем Курахово, это потеря практически всего юго-запада Донбасса. А это даст возможность россиянам беспрепятственно двигаться по железной дороге, по сухопутной железной дороге, которую они проложили в последнее время. Но только Угледарский гарнизон давал возможность как-то контролировать ее в развязке в районе Волновахи. Если нас выдавят с этого направления, у нас пропадет эта возможность, тогда весь сухопутный коридор российский будет очень хорошо снабжаться. Это и левый берег Днепра, это и Запорожское направление. Они смогут тогда подготовить там наступательные операции на следующий год. Потому ни в коем случае нельзя Угледары и Курахово сдавать. И еще раз повторюсь, единственный сейчас механизм, который это поставит в строй внутренние войска, если их можно так всех назвать одним скопом, Нацгвардия, это, кстати, бывшие внутренние войска, и отправить на это направление. Пане Романе, також є кадри, що якось дивно, але палає сам по собі завод військово-промислового комплексу Російської Федерації в Омську. Називається він «Омсктрансмаш». Повідомляється, що пожежа почалась там на даху одного з цехів. Ну, само по себе никогда ничего гореть не будет. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь надо. Так же самая картина и здесь. Если он начал гореть, значит, это было кому-то надо. Скорее всего, это продолжается работа тех групп сопротивления, внутреннего сопротивления, которые есть
на этом участке. Омск находится примерно в 3000 километров от Украины, ну, в зависимости от какой точки. Больше 2000, так это точно. И на таких дальностях у нас, конечно, нет средств поражения, пока еще, по крайней мере, нет. Потому, скорее всего, это работа средств сил сопротивления внутри самого Омска. До этого было уничтожено, если вы помните, Омский, одна часть установки, подготовки, предварительной подготовки нефти на Омском нефтеперерабатывающем заводе, самом большом в России, 21 миллион тонн по году переработки нефти. Сейчас горит один из тоже довольно-таки серьезных заводов, военных заводов по производству военной техники. Просто так этого не бывает, потому, я думаю, там уже организовалось серьезное подполье, если так можно сказать. И лучше, конечно, говорить о силах сопротивления и борьбе за независимость некоторых регионов России. Особенно за Уралом, когда начинается такого рода действие, это уже работают как раз вот эти внутренние силы, которые в конце концов приведут к развалу Российской империи. Пане Романе, в Міністерстві оборони України повідомило, що в українському небі з'являться більше F-16, тому що вже група українських пілотів розпочала підготовку в Румунії на базі НАТО. Румыны нам очень сильно помогают. Мы уже сколько благодарили, но не побоюсь еще раз поблагодарить Румынию, румынское правительство. Они нам подставили плечо сразу с первых секунд захода россиян, масштабного нападения россиян в 22-м году. Подготовили много площадок для перевалки продукции и гражданской, и военной в том числе. Отстроили новые логистические цепочки для одной и другой задачи. Построили у себя, не очень быстрое время построили у себя, развернули несколько авиационных баз, на которых сейчас базируются французские, британские, норвежские, американские самолеты. То есть там серьезный форпост НАТО на Черном море, Румыния. И это все нам помогает. И сейчас они еще взяли на обучение, уже обучаются наша группа пилотов, которые закончат обучение в начале следующего года. То есть там ускоренный курс, где-то за полгода они точно пройдут обучение, во-первых, рядом, во-вторых, именно нашей группе будет уделяться максимальное внимание, плюс туда Нидерланды передали самолеты, Спарки туда ушли, F-16, с двумя кабинами как раз под эту задачу. Я думаю, что Румынии дальше будет, конечно, нам помогать. Наши соседи, вот так должны себя вести соседи. Вот как румыны, как поляки, это даже страны Балтии, пусть не соседи наши на данный момент, я думаю, когда-то мы будем с ними соседями, когда-то мы были вместе в одном государстве, которое противостояло Орде с Востока. Потому, я думаю, через Евросоюз, через НАТО мы еще будем в одном общем доме. А сейчас мы и так в европейском доме, потому ближайшие друзья, расположенные рядом с Украиной, нам, конечно, помогают. Вот румыны показывают, непосредственно показывают это участие. Спасибо им, конечно, за это. Пане Романе, глава МЗС Литви традиційно чітко висловилася щодо війни в Україні. Вони кажуть, що перемога України має стати стратегічним пріоритетом. Ну, от ми вже неодноразово з вами говорили, що саме країни Балтії, вони чітко артикулюють, завжди допомагають та серйозно. І нема в них цих вагань, типу, яка має бути перемога. От як Блінкен прилітав і питався, а як ви хочете перемагати Україну? Там чітко вказують на те, що має бути стратегічним пріоритетом. Это потому, что страны Балтии нам помогают с 2014 года. Не с 22-го, как Блинкен, там, Байден с Бернсом и Салливаном мешают, а помогают с 2014 года инструкторами, поддерживают техникой, боеприпасами, информацией разведывательной и так далее и тому подобное. То есть страны Балтии с нами вместе уже 11-й год воюют против России, прекрасно понимая, что такое Россия. Понимая, что внутренние их фронта также может создать такие же условия, как они были созданы там в Крыму, на Донбассе, россияне это раскачать и этим воспользоваться. Потому они, у них четкая задача, и у них в том числе такая же задача, как и у нас. И артикуляция, и, естественно, информационный поток
они сразу вкладывают основную задачу. Когда понятен свет в конце туннеля, тогда понятно, по какому туннелю двигаться надо. Разгром Российской Федерации, разгром российской армии, уничтожение российского государства, как такового, то есть развал Российской империи, это даст возможность Европе, по крайней мере, сотни лет жить без проблем с Востока, которые тысячу лет, а то и 2000 лет, если не больше, в последнее время накатываются на Европу. Это восточная проблема. Неопределение у себя, это привычка жить за счет чужих, называется. Они у себя ничего построить не могут, лезут туда, где построили другие люди. И вот эту проблему решить можно единственным способом на данный момент — уничтожением Российской империи, развалом ее на составляющие кластеры, и дальше уже отношения складывать с этими кластерами. Разберемся, как с ним жить потом. Но чем радуют позиции некоторых лидеров стран Балтии, в том числе стран Европы, некоторых представителей Америки и других частей света, тем, что они четко видят эту задачу и не боятся ее произносить, то есть не боятся ее забрасывать в информационный поток. Почему-то я не пойму, почему наше военно-политическое руководство не может вот так четко на всех площадках говорить о целях и задачах ведения бойових действий, вообще отношений с Россией. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні п'ятниця, 13 вересня. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврачак, з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.